Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру под названием Резон. Да, что Резон очень много места забирает за серию. Так, давайте я играм. Сохранится, сохраняться теперь во второй слотик. Ну, быстрее это, знаете, не слот, а сохранение в плане того, что мы с вами начали бы отсюда. Если вдруг вылетит игра, главное, чтобы сейвы не повредились. Ну что, мы с вами в прошлой серии выбрались наружу, когда нас выбросило на море. Мы с вами зачистили локацию, ну, так сказать, локацию пещеру. Как я понимаю, здесь нету локации, как в том же Скайриме, где рандомная регенерация. Здесь все объединено, все соединено. То есть под загрузок, кажется, никаких нету. Почти, ну, пока я не заметил. Достижения. Есть что-то у нас по-новому? Нет. Одно достижение как было, так и осталось. Ладно, погнали. Не знаю, по-любому придется в каждую дырку, в каждую щель залазить. А вот с хпшки вот это у меня плоховато, потому что меня могут угробить, правильно. Но зато мы с вами молодцы, сделали все как огурцы. Так, что вот это? Могу обойти, да? Ага, тут упавшее дерево, подожди, я могу по нему вскарабкнуться. Не могу, да? Или могу? Не могу, ладно. Да, да, спасибо, что даете мне врага, который мне может сейчас ебнуть. Ебаный шипастый дикобраз. Зато у меня есть отмычка. Для свежих изделий. Блин, я не знаю. Давайте, наверное, морковку. Хотя, подожди, у меня жареная рыбка есть. Хотя она тогда дает мало. Ладно, на первый, так сказать, время сойдет мне. Урона 2 я точно смогу пережить. Походу, когда я жру яблоки и эти... Осторожно! О! Продолжай! Два. Я раз, знаю, два. Что ты можешь это сделать! Продолжай! Два раза он таранит. Раз. Вперед! Вперед! Раз. Продолжай! Раз, два. Отличная работа. Короче, надо будет выучить их атаки. О, я вижу город. Первое поселение. Так, что я подобрал? Что вот это за трава? Ягоды. Растут повсюду. Просто понимаете, в любом проходе здесь может быть что-то секретное. А секретное это что значит? То, что мне принадлежит. Ой, походу там разбойники были. Или нет? Или да. Но я вижу на двери кровь. Смотри, это дом. И вдобавок заброшенный. Интересно, что тут произошло? Что-то выгнало отсюда жителей. Чтобы это ни это было, что, землетрясение? Мне оно уже не нравится. Давай осмотримся. Можем найти что-нибудь полезное. Ты загляни внутрь, а я снаружи покараулю. Это что за землетрясение? Тебя, если еще крысы появятся. А, то есть это такие крыски? Нихера себе. Так, ну как я понимаю, у нас развилочка идет вниз, вверх. Мешок. Так, ладно, пока лучше не буду рисковать. Бочка.
Ой, если я смогу отхилиться от этого, это хорошо. Ну, это, знаете, какая была игра, где... А, Fallout. Помните, у меня было сопротивление радиации, что вообще полное сопротивление. И я просто воду с сузера пил. Ну, я думаю, что я ничем не заболею. Так ведь в игре. Ну, запомнили, если что, вот бочка. Пошел воды попил, отхилился. Жалко, что у меня быстрого перемещения нету, конечно, но это уже, так сказать, второе, возможно, проблема. Да. Так, вижу сундук. Пенек. Это мы с вами. Мы с вами пенек. Восемь. Ладно, давайте откроем. Простой сундук. Простой, значит, я взламывать буду? А, нет. Монеты, зелье маны. Сотку маны дает. Шляпа пикси. Редкий и весьма дефицитный компонент в алхимии. Ловкость плюс один. Пила. Удобно для распиливания деревом. Ну, может быть, как материал мне пригодится. А, вижу, где мухи летают. Так, это, как я понимаю, я оттуда пришел, да? Ну, вон море. Получается, да, я отсюда пришел, вот так обошел и сюда зашел. Ну, так ли это? Фиг его. Ладно, сейчас будем все падать, все искать, все разыскивать. Погнали в дом, пока зайдем. Посмотрим, что у нее там за дела. На первый момент мне это все пригодится. Сара. Не споткнись. А что ты внутрь не заходишь? Ага, ладно. Ну, типа я могу сесть на стул, да? О, хлебушек. Еда и ингредиенты мне понадобятся. Тоже может научить меня вскрывать замки. В смысле, ты даже не можешь такое сломать? Кто же может научить меня вскрывать замки? Плохо, ключ. Найдите ключ в заброшенном доме. Картина какая-то. Восемь. Может, она нас как раз и научит. Похоже, в этом доме давно уже никого нет. Похоже, в этом доме давно уже никого зачем нет. Зачем я читаю, если там... Я нашел есть. Только запертый сундук. Но если у тебя нет ключа или таланта вскрывать замки, этот сундук так и останется запертым. Я нашел ключ. Ну не томи. Попробуй открыть сундук. Посмотрим, что в нем. Окей. У меня есть ключ. О. Монетки. Снадобье лечения. Вода, молоко. Есть молоко, мана плюс. Сковорода для жарки печки на костре. О, зашибись. Будем еду готовить. Я смог открыть сундук в доме. Нашел что-нибудь полезное? Только сковородку. Остальное просто хлам. Ну, по крайней мере, теперь мы можем поджарить мясо. Я бы не отказалась от жареного мяса сейчас. Будем считать, что это говядина. Думаю, ты тоже не прочь поесть. Очко здоровья. Золото 15.
Я на самом деле думал, что это руда. Так, и здесь можно как-то не дожарить или уничтожить мясо? Неплохо пахнет. Походу нет. Выглядит ничего. Ну хорошо, сковорода у меня есть, значит я смогу сразу готовить себе еду. Выглядит неплохо. Вот тебе жареное мясо. До тех пор, пока не начнешь задумываться, чем оно было при жизни. А это неплохо. Нам нужно продвигаться внутрь материка. Слушай, я сожалею, но мне действительно необходим отдых. Эта буря меня истощила. У меня кончились все силы. Я отдохну тут немного. Как скажешь. Ну, ладно, я вернусь за тобой, когда буду узнать немного больше об этом месте. Ладно. Я вернусь за тобой, когда буду знать немного больше об этом месте. Не беспокойся за меня. И соблюдай осторожность. К северу отсюда есть тропа. Похоже, что она ведет вглубь материка. Может быть, там есть какое-нибудь поселение? Глава 1. Запретный остров. Это картинка была только что или что? Заставка? Если смотреть, что я вообще не знаю, куда мне идти. Игра, достижение. Достижение так и не получено. Возможно, достижения перестали работать, как я поставил русский язык. О, уже стемнело, пока я отходил. Хера себе. Можно FPS побольше, спасибо. Так, ладненько, у нас получается с вами... Лява. А развилка на две стороны. А чё она не отдыхает? А ну, ложись, иди отдыхай. А то она говорит, ну, я хочу отдохнуть, все такое, бла-бла-бла. А она не хочет ложиться отдыхать. А ну, ложись, иди. Ты все? Ты выглядишь неплохо. Спасибо. Так, ладно, подождите, задание. Задание у нас на Элочку, да? Мир. В смысле? А, текущая. Все. 1-1 ношеньку. Отправляйтесь на север, узнайте больше о острове и его жителях. Север это там? Или север это там? Загадка. О, кстати, давайте факел попробуем. Насколько факел здесь действительно хорош. Ой. Ну, по сути, я могу... А, подожди, я его не могу себе забрать? Так, подожди, а могу ли я факелом поджигать другие факела? О, тихо. Так, приятель, вопрос, ты тут один? Если что, у меня уже есть сковорода, мясо с тебя... А, с него клыки ебаные выпали. Никому не нужны клыки. Так, сюда я как... Прикольно. Синяя водичка. Сейчас еще между текстурами упаду. Будет прикольно. А это возможно, мне кажется. И очень большая вероятность этого. Так, я предлагаю, знаете, что сделать? Как понимаю, у меня только сейчас тропинка одна, это наверх. И я предлагаю сейчас отпить водички. Но уже утром. Также я сейчас сохранюсь, попытаюсь прыгнуть вниз. Если это та дорога, которую я думал, по которой мы сюда пришли, значит, я, по сути, эти бочки сраные должен был видеть. Ну, как говорится, пытка не пытка.
Эх, ты ж ё. О, тихо. Не падай очень высоко. Как будто, знаете... А хотя я могу получить сейчас... Да, все, это та самая пещера. Да, это та самая пещера. Так, слушайте, давайте я кое-что попробую. Я попробую сейчас 3 раза спрыгнуть с высока. И разбиться. И получить достижение. Если вдруг достижение работает, но это чуть печально. Начинать, так сказать, с самого начала. На английской версии, тем более, как-то не очень хочется. Так, нужно обрыв красивый выбрать. Давайте там, где волк. Ну, отсюда. М8. А, все, я умер. Игра, загрузка. Да. Точно я прав? Точно сюда? Да. Мне нужно еще 2 раза упасть в высоту. Как я с висяком, чтобы получить достижение, идиот. Так, он у меня по в списке должен быть этот. Нет? Нет. Другой. А, нет, да, здесь. Нет, это другой. Другая игра. Ну и последний, так сказать, прыжок веры неудачный. Кстати, я вот думаю, у меня, в принципе, смотрите. Есть игр много, которые пойдут на очень долгое время. То есть у меня есть Ryzen в серии игр. Первая, вторая, третья. Готика у меня есть первая, вторая, третья дополнение, и которая вышла Готика Remastered. О, да, идиот, полученные очки. Не, я все-таки показываю достижение. Прикольно. И при том при этом у нас еще также есть этот. У меня есть Fallout New Vegas без дополнений, поэтому, скорее всего, я сначала поиграю в официальную, после чего, может, если будут работать, я позакидаю DLC-шки в стимовскую версию. Будет ли работать, типа, если у меня пират... Ну, типа, будут ли работать пиратский DLC на лицензионный New Vegas? Это, короче, вопрос. После у меня есть Skyrim Edition. Ну, The Elder Scrolls 5 Full Editions. Что у меня еще есть? Серия игр Ведьмака. Ну, короче говоря, у нас контента до хера и много, как говорится. Как я понимаю, я иду туда, где эти разбойники, да, были? О, стоять. Прежде чем... Не, хотя бы если здесь было что-то такое, оно бы подсветилось обязательно, так ведь? Он хорошее место, чтобы сюда что-то спрятать. Ну, жалко он бегать. Это что такое? Тупой морский гриф. Я очень буду рад, если буду находить очень много тенничек. Стоп, что это за место? А, это место, откуда мы пришли, я понял. Грибок. Грибок. Еще один грибок. Мою коллекцию грибов. Грибок. И еще один грибок. Много грибков не бывает. Ну, видите, это прикольно, типа. Время ночной, и животные все спят.
Типа можно врасплох к ним подойти и начать атаковать. И... Блин, мне интересно, могу я в натуре лазить? Давайте я попробую хотя бы. Вот это что, камера вверх улетает? А, прикинь, я могу карабкаться. О-о-о. Значит, может быть, паркур элементы будут все-таки. Так, эта херня мне пригодится. Жажда исправить. Чё? И 8. А, ну слушайте, здесь можно, как я понимаю, паркурить так хорошенько в игре. Я это буду использовать. Так, что у нас там новенького? Ключ. Ключ от сундуков в ферме рядом с побережьем. Так, ладно, все. Жалко, что оно не помечается, что я подобрал что-то новенькое. О, ветер. Нихера себе. Жажда странствий. Долгая дорога по опыту равна целой жизни. 10 плюс 10 опыта. Максимум жизненной энергии. Дефицитный компонент в алхимии. Но возможно, если я его оставлю, я увеличу ловкость на определенное количество. Мята. На мяту даже ничего не написано. Ладно. Не, ну это прикольно. Слушайте, есть ингредиенты, которые мне повышают статистику. Заметьте, все туманное стало. Нихер, жуткое. А, подожди, это храм какой-то. Так, и 8. Ты чё такое? Могильный мотылёк. Так, пыльца с крыльев. Тонкая пыльца с крыльев летающего насекомого. Что-то он агрессивный. Если ты думаешь, что я побегу сейчас обратно хилиться, ты будешь очень сильно... Там что-то лежит. Могила какая-то. Монетка, свиток какой-то. Слабое магическое лечение. Слабое зелье маны или бахила. Так это могильный. Золотые монеты. Сколько непонятно. Надгробие. Чья это могила? Покойся с миром. Ну, маленький щит, я думаю, мне не нужен, потому что у меня свой есть щит. Хотя, если продавать, возможно, он пригодится. Сколько он стоит? А он пригодится. За полтос можно продать. Я буду... подожди. Спасибо. Слабое магическое лечение. Свиток исцеления, заклинания и всех дружественных бойцов на 50 пунктов здоровья. Неплохо. 50 хп могу сразу восстановить себе. Да, насекомое, слышите, жутко. Оно такое орёт громко. Бля, аж страшно. Ага, это типа местное подземелье, да, у нас? А, оно мёртвое. Нет, он не мертв, он просто спит. Надо не забывать, что сейчас еще ночь.
Вся вражина просто отдыхает. Не, слушай, тогда мне в натуре, если здесь можно... А, тут переждать нельзя время. Плохо. Если можно было бы время переждать, я бы просто переждал бы время и специально по ночам бы ходил. Типа, и в ночи, как я понимаю, можно и грабить, и зачистки делать. Так что все враги будут спать в этот момент. Так, два сраных мотылька. И очередное поселение. Бочка с водой, здорово. Очень хорошее место, где я сохранюсь и пойду все-таки изучу катакомбы первую. Серии, блин, будут серии у нас выходить все-таки по 40 минут, потому что, как вы понимаете, по 30 минут нельзя уложиться и что-то в натуре чего-то добиться хорошего. Хорошего. Мне с мотыльками придется драться по-любому. Так, я понимаю, что по этим звукам либо это жуки такие, либо меня ждет нежитюе. Давайте, ладно, сначала эту мушкару ёбну. Понимаете, в чем проблема? Они атакуют толпой. О, напал. Че это за землетрясения такие, бесите? Стоп, там пища. Нет, там не пища. Стоп, а где второй мотылек? Ладно, сойдет. Да, спрячь ты меч. Интересно, что они охраняли. Травянку. О, кстати, подожди. А могу ли я туда забраться? Типа, а что мне мешает это сделать? Не, если, конечно, ты будешь скользить, чувак. Что-то слишком жутковатое место, мне кажется. Может, на превьюшку взять храм? Он такой жуткий. Стрящий. А, банален. Первые мои хоромы. Ненавижу вообще выхрок подземелья. Да убегай! Сказал бы я, если бы я их не переб... Хотя я слышу еще их. О! Зараза! Я упал, клютя. Я ж не думал, что я упаду. Зараза, ладно. Монеты. Факела по-любому надо забирать, потому что, как я понимаю, они ценный ресурс тоже в игре. Зараза.
Я слышу. Не, вот это уже идет землетрясение. Хера себе стан. Искатель приключения. Достижение. А, то есть, даже если бы я обошел, я бы один фиг не смог бы сюда попасть, да? Потому что рычаг с той стороны. Грибок. Ну, может, даже тогда мы с вами осилим. А зачем мне пугать тогда так? Хорошо, я буду внимательно теперь смотреть пол. Я не ожидал, что... Ладно. А почему здесь тогда такие мертвые звуки? Но мотыльки, они жесткие какие-то. Ладно, все. Первое наше приключение закончилось успехом. Могу пойти хотя бы водички отпить. Я могу, как вариант, сейчас обойти дом, просто посмотреть, куда мы пойдем в следующую серию. Либо здесь как раз в доме... Хотя, если лежат кости, навряд ли здесь кто-то есть. Скорее всего, мародеры уже здесь все ограбили, все исследовали. Хотя, почему они тогда сундук не взломали, либо с собой не забрали? Интересно. Так, большое болото. В том направлении. Скорее всего, там. Там. Возможно, там. Куда мне надо? Туда. Давайте, как я и сказал, окрестности сейчас немножко подучим. А потом мне к ней придется все равно возвращаться. Так, так, еще одна бочка. Нет, просто бочка. Ага, по звукам можно понять, что это тоже болото. Свирепые заразы. Ага. О. Стоп, откуда я пришел? Я пришел нет. Хорбатаун. Так, это получается город еще один, да? Да, без фонаря здесь не обойтись. О, подожди, туда можно запрыгнуть? А ну-ка, стоять. О, здорово. Что здесь? Стрела. Опа, лучник. Получен лук. Здорово, 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 как говорится. Не он получает урон от такого падения. Слушайте, если там в натуре мародер, значит они сделают мне засаду. С другой стороны, я думаю, навряд ли они сделают мне засаду. Стрела, боеприпас для любого лука. Урон, он 20 уроном. Лук, урон от колющего оружия 20-очка. О, прикольно. А ну-ка, F5. Зумиться, зумиться не могу. Ладно. Эй, ты, там! Что ты здесь делаешь? Эй, успокойся, я ничего плохого не делаю. Да, я даже не знаю, где я нахожусь. Мое судно
пошло на дно, а меня выбросило на берег. Мое судно пошло на дно, а меня выбросило на берег. Значит, один человек из экипажа уцелел? Мы-то думали, что выжил только Инквизитор. А ты не похож на человека Инквизиции. Я прятался на корабле. На корабле Инквизиции? Повезло тебе, что они тебя не нашли. За борт бы быстро отправился. А то и чего доброго, стал одним из них. Кто-то или что-то тебя ищет. И я в это дело встревать не буду. Только не испытывай судьбу. Если белые мантии тебя тут найдут, будут проблемы. Вот тебе хороший совет. Найди себе приличное оружие. Без этого тут никуда. Возможно, тут что-нибудь найдется. Поищи и возвращайся, когда что-нибудь найдешь. Ну ладно, новое задание у нас появилось. Давайте, у нас теперь новый дружок есть, Ян. Давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.